В Московской области продолжается сбор инициатив жителей для подготовки партийной программы «Единой России. Подмосковье. Территория перемен». Так, в Люберцах обсудили новую социальную политику. Материальную помощь от государства могут получить граждане с низкими доходами. Для этого нужно заключить так называемый социальный контракт с органами социальной защиты по месту жительства. Работа идет по 5 направлениям. Трудоустройство, открытие индивидуального предприятия, ведение личного подсобного хозяйства, содействие в банкротстве, если у гражданина накопились долги на сумму более 500 тысяч рублей. Имеют право на эту меру социальной поддержки семьи либо граждане, которые по независимым от них причинам имеют средний душевой доход ниже величины прожиточного минимума. На открытие индивидуального предприятия можно получить до 250 тысяч рублей. Правда, если в течение года предприятие закроет дело, деньги придется вернуть. Заявление на участие в программе подается на сайте госуслуг. На данный момент заключено всего лишь 10 контрактов. То есть одно это на человек ИП открыл, зарегистрировал, второй это поиск работы и 8 на иные цели. Сельской местности у нас практически нету. То есть основные непосредственные направления у нас это, наверное, поиск работы, мы делаем упор, и на открытие ИП.